потом будем когда-то. Вон братья трудятся, 2020 год, 20 сентября. Решили отремонтировать ограждение вокруг шалаша. Что там, где еще стоп-то? Там стоп-то. Семьдесят пять сантиметров яма вот примерно. Ты там смотришь, что снимаешь? Все, и горку. Здесь еще не выкопался. А? Здесь я только убрали. Вон там угловой надо разбирать, вон там менять столбушок надо. Бей, ага, топор. Давай. Топор. Так, давай столб какой-нибудь промажу пока. А? Столб какой-нибудь промажу, все, я отдаю. А вот там в этом бери, в моем. Можешь столб выбирать. Который потолще. Так, такие, а ты же вот принес или это? Не тот? Нет, это не принесли. На нем мазать что. Вот еще. Это не надо. Не надо? Нет, вот тот сделаем. А это, вот. Она как это скрепляющая средняя, ну, вот эта. Ну можно по идее, а? Ну можно, но посмотрим. Но это лишнее как будто бы. Там это, Вячеслав, там надо гвоздь разогнуть. А, гвоздь разогнутый, да? Надо эти щипцы взять. Щипцами лучше. Что ты, Виталий? Что задумался? Я смотрящий. Иди столб неси сюда, на угол. Разноходящий. Смотрящий. То есть сразу очищается место, для того, чтобы класть потом землю, потому что потом, когда ты ее будешь засыпать ямку, тебе будет неудобно из травы ее выскребать. Лучше потратить время, но подготовить, честно. Особенно, когда большая трава такая. Вон, правда, видно. Вячеслава тоже. Ты можешь вон туда, брат, отойти, Сергей. Вон туда отойди. И будешь со всех сторон. Точку. Дай топорик. Подальше, подальше отойди. Ты смотри, что снимаешь. Так, Виталий, бревно. Виталий, бревно. Бревно меня несет. Что там, женщина или весло было? Женщина. Так.
Николай может. Ты понимаешь, да, что потом тут ходить будет нет, по этой траве? Ты думал об этом? Нет, парень? Конечно. Нет. Конечно, нет. Да. Я просто маг. Думай за нас, Володя. Ну да, конечно. Виталий, сломалось. Да. Все, разбирай до конца ее. Кого разбирай? Ну, вот эту, то, что упало. Пока не торопись, по-моему. Ничего не делать. Я же говорю, какая у меня должность. Так. Это что, так потом прибьем? Сейчас, да? Вытащим. Да ее можно по идее прибить потом, да, в эту новую. Уже вытащить. Мы же где-то эти же самые будем использовать. Да. Да. Ну какие более-менее живые. Так. Взять где-то, да, ну которые это хорошие. Если гнилые, то меня сделают. Так. Ну, в принципе, вот у тебя вот угловой-то есть. Похвали. Там их надо выкопать. Сперва. Там делаем. Ну да, да, да. Где стоял? Вот здесь. Прежде чем копать, надо убрать всю траву до земли, так как у Володи. Ты срезай и отбрасывай ее. Удивительно, земля мягкая. Так, земля-то еще это. Здесь это золой. Тут что-то такое было. Что-то жглось. Видишь, зола. Серая. Это не земля. Видимо, золу бросали. Да, золу я копаю. Пойду посмотрю, потому что вот этот столб очень хороший, его бы на угол такой. Злобой более требует усилий, больше. Угу. Да, только поднесем туда, потому что угловой должен быть жесткий. Где дырки? А вот ориентируйся, вот. Вот так вот и туда же ориентируйся. Все. Не, Володь, скажи, что это потом земли не хватит. Вот это вот столб. Это. Ну вот смотри, вот если так поставлю. Столб вообще неправильно детали поставил. Надо было, ну, туда прямо выходить, на тот столб, он взял в сторону. Ну давай тогда, может, это сюда поставим. Ну, сюда выведем. Из-за... Даже ждей не хватит. Ждей не хватит, да? Ждей не хватит.
Ну ладно, дело будем соединять через день. Берег. Хватит? Да, да. Вот это надо хорошенько отрывать. Покажи-ка. Вот так. Где-то надо лопатку. Точить хорошенько. Перехватил, Володя, уже работает. Давай, иди дальше. Тебя спросили, где столб ставить. Ты тут не даешь работать. Иди. Я отсюда. Показываю пример. Иди, примерно показывай. Тут уже, прежде чем ты пришел, было счищено частично. Все тут уже хорошо. Все, этот столб я меняю. Так, опять ямка вот делась. Вот, вот здесь. Ну, сейчас поставим, уже забьем. Вячеслав, давай унесем столбик. Давай. Я буду лопатой, а ты с той стороны. Ты сюда встань, землю на землю скидывай. Что-то такое жесткое, там еще лопата. Лопату не сломал. Разбирайся на почку лужу. Опять на траву скидывали здесь, да? Хоть говори, хоть нет. Я убрал там, Серега. Ну, что тут? А что такое ухнем, Виталий? Расскажи, что это такое за слово? Что означает? Вырви муха! Понятно. Не, ну ухнем это, сбросим сверху или что это такое? Ух! Что есть значит там? Сам запоешь. Так, взяли как бы. Боржу, на абордажу. Короче, не знаешь, да? Нет. Ну, надо узнать. Ну, а сам-то что, нет? Нет, ну я тебе дал одну версию. Спроси у Гугла, как обычно. Что ухнем это... Как вот сверху ухнул, значит, упало кто-то. Может быть. А ухнем это... Вот напряжемся, может быть, но... Ну, конечно. Надо выяснить. Так это так и есть. Ты же это, зачинщик. Ты не толкуй, ты просто пой. Ага.
сейчас. Как хор наемный поет, а он, зачем смысл? Он поет и поет оперу. Это подпорки начинаются. Так и ты. Какие подпорки? Гнилые. А? Вместо того, чтобы за себя отвечать, начинает на других сваливать. Ну что, давай тут можно сейчас уже жерди прибивать какие-то. Ты смотри, он вот так вот. Столб темный. Ну что, он такой? Он так и не делал, просто он там расшатался. Теоретически столб чувствует. Это похоже не на столб, а на жертву. Ну да, тоньше еще. Жертве то толще, чем сам столбушек. Вот длинный какой-то. Потом возьмем. Толстый, самый толстый надо вверху всегда делать. Для скотины. Что если даванет, то... Смотри, где у нас еще? Вот он. Вот же. Вот какая-то жертва тоже длинная. Она связана. Там траву надо убрать. Она вот. Да, она связана. Вверх. Заново все. Переделай зону. Эх, родимая сама, пойдем. За столбом, да, они идут? Ой, ля-ля, ну, да, ой, ля. Вот, пойдет даже, так, на сердце. Ой, ля-ля, ой, ля. Вот типа такого. Эх, родимая сама, пойдет. Шуруповерт Виталий брал? Нет. Шуруповерт в прицепе я видел. Там, где масло. Я его поставил, чтобы палками не придавили. Там среди палок лежал зачем. Знаешь, Сергей, вот я Виталий слушаю, вспоминаю такой. Плотники строят дом еще. Старинные времена. Взяли с собой молодого. Ну, строить, потом обед начинается. Ну, уже время обеда. И там, Михалыч, обедать пойдем. Пойдем. А молодого с собой возьмем? Возьмем. Пошли, пообедали. Михалыч, по пиву пойдем? Пойдем. А молодого возьмем? Возьмем. Пиво попили, выходит. А этот молодой, все идут спокойно, радуются. А это молодой. Ой, хорошо пиво. Пьет как хорошо. Ой, как хорошо пиво-то. На следующий день наступает. Михалыч, по пиву пойдем? Пойдем. А молодым с собой возьмем? Не, а что так? Болтун. Какого научения из этого? Ну, нечего болтать, давай работай. Что там ухает, ухает там, что он там ухает-то? Ухнем. Придумал там. Песню пою я, песню. Да, здесь. Так, столбу здесь все идет. Как там? Трава исши. Исши трава. Крапива исши.
Надо понизу еще. Хотя бы еще. Вот смотри, тут какая-то идет. Вот она. Она идет наискосок. Так ее, наверное, не... она там сейчас наискосок нам вообще. Да, не нужна. Что ты делаешь? Его отодрать надо. Виталик, это столбище такое надо выкопать. Вы что, меня это, да? Грабеж? Грабеж? Тут можно тебя само засунуть в эту яму. Столбусок. Грабеж! Что вы выдумали сейчас? А, вот эти вот, которые туда уходят. Куда уходит? Да, да. А вдруг же он сторожище стоит? Че? Отключаю. А король-то голенький, совсем остался. Она мне тут не сразу. Как будто бы. Не видно. Куда ты ходил? Вот на них. А там прицепить-то не к чему будет. Привязать. Давай здесь сейчас это. Давай прибьем, тут прибьем по высоте, а потом вот так, там привяжем. Ты что-то не торчало сделал? Вот уже проволоку нашел. Я не знаю, хватит или нет, подними. Надо скороход справить. Тогда будет ясно. Ну давай, начали еще тут край. Да, сейчас. Там же хватает, да? Хватит. Тренировался. Ничего себе, талант. Ой, ля-ля. Талант испортил мне. Похвалил, все сразу испортилось. Ну, да не скажи. Эх, родимая дама, пойдет. Виталий, там по видео потом снимать нечего будет. Песни твои. Он, наверное, стол. Он, наверное, жесткий. Так, толкушку давайте. Кто здесь там? Толкушку. Пойдем, Николай. Что там, Виталий? Вон, вон толкушка. Поможешь, потом я тебе. Так а что тут у нас Серега столб-то? Снимает, некого больше. Поможем, ну, friend. Уплотни столб-то. Что ты там придумал? От греха ее надо убрать, чтобы никто не испачкает. Знаешь, как я хочу запутать? Сначала вот. Что ты думал? Все, давай, а ты его с той стороны его погрузи. Ты согласовал это? Черную космическую дыру, давай. Согласовал, я тебя спрашиваю? Не надо. Понятно. Что яму-то хочу вырыл? Ну вот так получилось. Ты вырыл, что ли? Он же пел ухнем, вот. Посмотри сбоку, высоту. Так, ну теперь... Володь, мы нормально с этой стороны ставим? Тоже ошибку совершаешь. Нормально, я принесу, если что, девочка.
Еще подержи, пожалуйста, повыше? Сережа, или да, кто там? Да давай, что ты там? Во, давай, пошла. Да все, пошла, я уже ногой скинул тебя. Где толкуша-то? Подожди, толочь надо. Толкушка где? Мы без толкушки обойдемся. Алло. Не надо сейчас, без толкушки. Что ты обойдешь? Сейчас, сейчас, сейчас я маленько подкину. Ты умолился бы сначала, прежде чем работать. Тащи давай. Поклюв какой-то устроили. Где толкушка, братья? А я, кстати, любого брал-то такой поудобнее. Да, молчание. Володь, где толкушка-то, куда дели? Держи сейчас, мы уже никуда не дели. Вячеслав, а где толкушка? Вот толкушка, вот иди. Справа. Сломалась? Ну, значит, ну сломалась, но... Все, поехали. Все, она укрепила. Держит? Да мы даже не заводили еще, чтобы ехать. А что, вы оторвите это столб ушу? Не-не, он нужен, не надо. Нужен? Да. Ну, смотри. Дед, держи уху. Давай. Все, засыпай дальше. Все, хорош, подожди. Какой-то бурыл-то, я не знаю, тоненький. Да нет, ну, я не знаю, я еще не смогу, вот, чтобы глубоко и узенькую. Отверстие узенькое, я не смогу. Еще ты просто торопишься, когда не смогу. Ты ее раздолбил, там взял, подцепил, да вот так. Давай, давай, бразер. Не зайдите в мою немощь, товарищ. Ты себе придумал. Где, товарищ? Немощь. Тебе бы сейчас черенком охаживали бы сзади, ты бы в другом работал. Смотри, что. Немощь. Какие глаголы? Глаголи. А что, не так, что ли? Я тебе говорю, придумал. Не знаю, бля. Сам себе поблажку даешь каждый день, а она потом вырастает большую. И все. У меня так же, что ты думаешь? Я же про себя в первую очередь тебе говорю. Там сочканул, тут сочканул. Потом уже навык. О, отлично стоит. Мертвецкий. Тут он перевернул, чтобы не перевернуть. Вот эти гвозди выгибай, выбивай в них. Их и забьем на ногу. Инструмент вон там, вон он. А вы плотнили здесь все? Конечно. Мы другой толкушкой. Я думаю, ничего себе, как-то без толкушки-то.